Здравствуй, многочисленная аудитория. Сегодняшнее стихотворение о том, каким должен быть настоящий мужчина. А? Как это не совпадает с современными женскими идеалистическими представлениями о мужской половине человечества. Зенкевич Михаил Александрович. Безумец! Дни твои убоги, а ты ждешь жизни от любви. Так и лучше каторгой во строге пустую душу обнови. Какая б ни была утрата, неси один свою тоску. И не беги за горстью злата униженно к ростовщику. От женских любопытных взоров таи смертельный страх и дрожь. И силься, как в соломе боров, из сердца кровью выбить нож. Всем спасибо.